Ну, вот такое получилось варенье. Вот такие, вот такое тянучее сироп получился. Такой прям тянучий, вкусный. На 100 орех 2 килограмма сахара. И вот так вот получилось твердые такие. Конечно. Самое вкусное варенье. Я прочитала, что оно очень полезно для сердечников. Вкусно. Добрый день. Сегодня начинаем свое видео с того, чем занимаемся. Тот, кто смотрел наши видео, знает, что мы 1149. Ну, в общем, 1000 орех держали. В общем, с 20 числа они у нас квасились. 21, по-моему. Сегодня уже 12, да? Да. Получается. Уже они нормально наквасились. Теперь мы каждый орех протыкаем, натыкаем. Вот Рома сидит, Василиса ушла сейчас, там дела делает, тоже придет. Я пришла к ним, но я пока чищу чеснок. Надо замариновать срочно курочек. Там у меня пирог выпекается. Готовимся. Завтра дети приезжают. И сейчас мы протыкаем орехи. Это будет варенье ореховое, с грецкого ореха. Сейчас все проткнем. Я на 2 часа, вот как известь разводят для побелок. Вот так на 2 часа залью известью. Потом вытащу, промою, залью в квасцы. Квасцы продаются в аптеках специальные, для того, чтобы орех стал твердый. Потом хорошо-хорошо промываю и варить буду примерно часов 10. Все будет видно по времени. Вот у нас 1100 орех. Это на каждые... Рецепт потом оставлю. Ну вот пока у нас такая работа идет. То есть протыкаем. Парни протыкают, сидят. Уже пол бака на протыкали. Ну вот, замочила орехи на 2 часа. 2 часа они теперь будут в звездке. Потом буду хорошо промывать и в квасцы. Да, я тоже когда первый раз. Это вот сейчас их для того, чтобы они твердые стали. Такие они. Больше 21 день примерно они мочились. И теперь вот сами варенья очень вкусно, когда они твердые. Чуть-чуть водички сейчас подолью. Я вся мокрая. Вот такая процедура. Большая. То есть сегодня, по идее, я уже буду варить варенье. Сейчас банки буду готовить для того, чтобы потом сразу горячие закатывать. Бассейн поменять. Что? Да, папа придет потом. Папа приедет потом. Бассейн поменяли. Полностью готовимся к детям. Дочь, закрой крышечкой, а, пожалуйста, вот этой ящичком. Все, 2 часа пусть стоит. Через 2 часа будем в квасцы замачивать. 2 часа орехи простояли в извести. Ой, дождик пошел. Сейчас я их перемываю. И еще на 2 часа поставлю вот в такие квасцы. 2 часа буду в них держать. Это чтобы орех получился твердый. Твердый такой. Ну вот, сейчас буду менять, заливать. Ой, полила воды здесь. Ой. Так.
А потом, через 2 часа, хорошо-хорошо промывать буду. И поставлю варить. Целая система. Ровно через 2 часа приду и буду хорошо-хорошо перемывать каждую орешку, каждую 1000 орешек. И через 2 часа уже можно ставить варить. Так закончилось, наконец, каждый день промывания ореха. Ой, дождик опять идет, красота. Бабушка с дедушкой уехали на море, мне не надо у них поливать. Нам сейчас надо вынести вот эти шкафы, потому что переходит работа сюда. Сюда переходит. Иван сейчас там у девочек штукатурит окна. Сначала мы их затащили в коридор, вытащили. Теперь мы их вытаскиваем с коридора. Сейчас. Один. Так, это. Один. На бок положим. Один шкаф вытащили. Коридор-то у нас какой здоровый. Со шкафами уже потеснее, но все равно. Уже один шкаф там стоит. У нас получается 2 шкафа там же. Один шкаф двухдверный. Ой, 3, а 1 4. Сейчас также ножки. Вася, ты куда ножки дочь убрала? Их надо будет в одно место, в корзиночку, в какую-нибудь, к примеру, вот, где купальники лежат, прям положить туда и все. Глаза боятся, руки делают, да, папа? Сил прям нету. Вот затеяли. Затейники. Да. Ножки, Рома. Последняя процедура такая. Дождь пошел, жарко, я куртку одела, и дождя нету. Промываю от хлебцов. Что вы, звездки у нас лежало? А теперь от хлебцов промываю. Последняя процедура. Сегодня начинаю варить варенье ореховое. Наконец-то надоели нам эти орехи. Сутками их по 2 раза в день. Ну, иногда, честно, по 1 разу сделали. Потому что мы прям уставали, забывали. Но промывали хорошо. Во. Хорошо-хорошо промыть. Все смыть. Волокитно. Но даже дети с удовольствием занимаются, потому что варенье очень вкусное. Очень вкусное. Я почему еще тороплюсь? Муж и сестра будет уезжать. Сейчас с моря приедут 15-го. И 19-го уже поедут домой. Вот с их времени хочу успеть, чтобы они с собой взяли тоже. Небольшой гостиник. Вот. Ой, я-то куртку одела. Тут дождь пошел и перестал. Жарко.
побольше промыть хорошо, чтоб уже точно. Что-то они прям еще хочу прополоскать. Прям хорошо, хорошо. Сейчас еще на раз прополоскаю. Все. И потом вот те поделить тоже. Ой, я такую куртку одела. Ой, Ромочка, на, сыночка. Ой, как я ее одела, держи мою. Ой. Ну все, этот ящик прополоскан. Теперь вот этот поделить. Еще хорошо прополоскать. О, вот так. Пополам. Тоже чистенький. Кастрюля-то маленькая. Кастрюля маленькая, придется в двух варить у меня. Вторую кастрюлю, дети, готовьте вот эту, которая вот такая. Большая такая, только плоская. Давайте. Такая очень, да, сына? Это не, домой, сына. Уже потом занесем, дома разделю. Такая очень долгая процедура. Получается, я забыла, то ли с 21-го числа, то ли с 20-го, по-моему, с 21-го. 23-го Никитка уезжал. В общем, 21-го парни собрали, почистили. 1149 орехов. Как картошку их почистили. И вот до сегодняшнего дня, сегодня у нас 12-е стояло. Сегодня я на 2 часа замочила в извести, хорошо промыла, на 2 часа замочила в квасцы. Квасцы продаются в аптеке. Это для того, чтобы орешки твердые стали. Они же 20 дней квасили. Но перед тем, как замочить в извести, каждую ореху мы проткнули палочкой деревянной. С детьми сидели, протыкали, мы вам показывали. И вот теперь я их промываю хорошо и начну варить. Все, начала заниматься вареньем своим, вот оно. Что сейчас я делаю? Я промыла орехи еще раз. Теперь я поделила, тут у меня 600 штук, тут 500, тут даже 600 с копейками, я уже не стала не до фанатизма. Сейчас я налила воды, чтобы орехи закрылись, и насыпала сюда 1,5 килограмма сахара и сюда. Для чего я это сделала? Сейчас, как закипит вода, первые бульки пойдут, я солью эту воду.
Это считается грязная вода. И уже следующее я буду на каждые, ну, 100 орех, я уже буду смотреть примерно, сколько воды наливать, сколько сахара, дальше расскажу. То есть вот сейчас я опять поставила воду, чтобы она закипела, с сахаром. И еще раз слить, чтобы все-все грязное вышло. Сейчас закрою крышкой и буду ждать, пока оно закипит. Все. На 500 орех 1,5 килограмма сахара делала и водой покрывала. То есть я проварила. Сейчас я эту воду солью. И теперь уже я поставлю орехи готовить. То есть я его пока сливаю хорошо в кастрюльку, чтобы вся грязь вышла, чтобы уже вся чернота, которая осталась, а видите, еще какой, все уже, чтобы мои орешки были уже хорошие. Сейчас помою кастрюлю. Тут еще кастрюля, тут сахара вот у меня получается вообще по рецепту на 100 килограмм, на 100 штук. Идет 3 килограмма сахара, но я не буду добавлять 3 килограмма сахара. Я буду, ну, 2, ну, может быть, 2,5 килограмма. Потому что был у меня опыт, когда засахарилось варенье. Хотя дети его съели, но чем дольше стояло, тем вот оно такое, кристаллы такие в них появлялись. Мне это не понравилось. Рецепт такой, но я буду немножечко меньше. Здесь у меня тоже уже закипает вода. Здесь у меня 500 орехов варится в сахарной воде. Сейчас я сделаю, расскажу, что дальше сделаю. Налила я 3 кастрюли. Везде такие сиропчики. Все промытый хорошо орех. Первая вода слита, пропаренный. Все. Но теперь будет вариться всю ночь. У меня в посудомойке стираются баночки специально. Я крышечки простерилизую. Сейчас время 10:12. Вот, в принципе, чуть-чуть теплая водичка началась. Сейчас закипит, и я на всю ночь на тихий окон поставлю. И пусть потихонечку томится. А уже когда бодрствовать начну, уже побольше огонь поставлю. И будет все делать. Посмотрим, что получится. Ну вот уже 2 часа варится варенье. Я сейчас уже первый час время. Я что хотела показать. Смотрите, какой эффект от того, что мы долго вымачивали, потом проваривали еще в сахаре. Видите, цвет какой. Нету такой страшной черноты. То есть темненько есть цвет все равно, как от ягодки, от варенья. Ну, нету, чтобы... Вот я некоторые ролики смотрю, я не говорю, что люди плохо готовят, но прям с первой минуты чернота идет. Вот черноты этой нету. Мы добились положительного такого эффекта. Я, кстати, хочу поисследовать этот вопрос. Смотрю, некоторые даже, смотрю, многие даже не чистят, как картошечку. То есть у нас каждый орех почищен, как картошечка. Сейчас в сиропе варится. Посмотрим. Ну все, теперь уже покажу. Я уже намыла, посудомойка мне намыла банок, но я смотрю, что, наверное, мало. Но это уже завтра еще прожарю, посмотрю, сколько надо будет крышечек. И уже завтра будет. Сейчас на маленький-маленький огонь сделаем и ляжем спать. Банки, которые намыла посудомойка. Посудомойка, да. Бумажки не отмыла везде. Ну вот, закончилось наше испытание грецкими орехами варенья. 32 банки получилось, в основном 700-граммовые, здесь 750 грамм, но пару баночек, одна полулитровая, ну и раз, тут штуки 4 литровых, ну и все вместе 32. И две банки, 33-34, по литр 700. Ну, получается, 35 литров точно получилось варенье. Что скажу, варенье? Мелочи, что оно месяц готовится. Да, мелочи, что у меня глаз дергается.
Но варенье сделано, я довольна, что мы с детьми выдержали это испытание. Я, кстати, сегодня вообще не могла спать, потому что дети приезжают. И в интернете искала, смотрела, как люди варят. Смотрела разные народности, как варят, национальности люди. Все по-разному. Но я варила так, как меня научили. И я, некоторые варят, отставляют в сторону, вот как малину мы там варим, смородину. Я не отставляла. У меня всю ночь, как в 12:20 я поставила ночью на медленный огонь. Закипела я. Так только выключили. На медленный огонь. И я единственное выключила, побежала в парикмахерскую, на час выключила, что мы с Иваном оба ушли. Я очень боялась. Наказала детям мимо него не ходить, ни в коем случае на себя ничего не перевернуть. Взрослые смотрели. Поэтому варилось оно у меня 13 часов. В рецепте дается на 100 орех 3 килограмма сахара. Смотрю у всех. Я в прошлом году так делала. Я уже говорила. И попадаются, а он потом как кремень. Вот такие интересные. Многие, кстати, один мужчина тоже говорит, что такое получается. Как бы засахаривается, но так интересно. Я себе вот сейчас делала 2 килограмма сахара на 100 орех. Я варила долго. Где-то даже поменьше у меня. Я не хотела, чтобы было сильно сладко. Сварено долго, уже вкусно. А сильно такое приторно-сладкое не надо. Уже пробовали. Уже пробовали, да, орешки хорошие. Валера попробовал, папа попробовал, я попробовала. Поэтому вот столько варенья сделали. Но вы не делаете же в таких количествах. Это я делала на 1100. Сколько, Валер? 150-149 орех. А позатом году мы на 500 делали. Но это мы все равно, видите, его немного. Но варенье очень вкусно, даже Влад сармисывает. Ты говоришь, мама, оставьте мне хоть баночку, да таким голосом. А как будто мы его завтра все съедим. Ну вот так, закончили варенье с молодого ореха. Еще интересно, я увидела вчера в интернете, некоторые люди даже не чистят орех. Замачивают. По 3 дня замачивают, по 5. Ну, я 20 четко замачивала. В тот раз, кстати, я 10, а в этот раз 20. Вся, как было вообще, варилось это варенье. Мы собрали, почистили, замочили. 2 раза в день, когда 1 раз в день, меняли воду, промывали хорошо. Потом мы проткнули. Замочили на 2 часа в известь, вот как бы белить вот в такую известь, потом хорошо промыли. Потом квасцы, они продаются в аптеке. Не буду говорить для чего, потому что я не знаю, как это совместимо с орехами, но так делают все. Потом держала в квасцах, и вот меня когда учила, женщина, она не русская, они постоянно делают, она говорит, что орех твердый был. Потом хорошо промывала, потом брала на 500 орех 1,5 килограмма сахара и водой заливала, закипела, чуть-чуть покипела, вылила воду всю эту, промыла и только потом залила на 100 орех, либо 1,5 литра, либо 2 литра, там смотрим, чтобы закрыто было, да, на 100 орех воды и 2 килограмма сахара. И варится, он не подгорает, это варенье, ничего. Вообще, в принципе, главное, чтобы газ был сутки. А так пусть варится. И варила, в общем, до 14 часов вот у меня варилось. Что-то я уже час назад выключила, что-то сейчас. Такое трепетное варенье. Спасибо, что заходите к нам на канал. Делайте тоже такое варенье, как мы. Надеюсь, что нам будет вкусно. До скорой встречи.